ты снова убегаешь, но куда? Мы снова расстаемся, но зачем? Тебя в далекий край увозят поезда, и каждый раз как будто насовсем. Всем привет, я вернулся в свое птичье царство. Вчера был в Литве, прекрасно прошел концерт в Вильнюсе. Вот уже дома. У нас, кстати, гораздо теплее. В Вильнюсе градусов 10, а здесь у нас прямо жара. Лето. Сейчас вам покажу, как прошел концерт в Вильнюсе. Для этого доберусь до ближайшей ветки. Ноу-хау. Сейчас будет волшебство. Так. Вот так. Рядом жена. Жена-невидимка. Ну я тебя не снимаю. А? А вон ты. Ну, помаши ручкой. Самое прекрасное времяпровождение. Лежишь себе. Класс. Так и живем. Беги, беги, беглец, беги. Мы знаем наизусть друг друга. Беги, беги, беглец, беги. Ты увлечен своей игрой. Беги, беги, беглец, беги. Но знай, что ты бежишь по кругу. И этот круг в который раз вернет тебя домой. Да вот та самая любовь к людям, потому что... А что? Я чувствую нужность свою. Как только я перестану чувствовать это, да ничего меня уже не заставит выйти на сцену. Я займусь чем-то другим, где я нужна. Это мой промежуток времени, который называется жизнь. И практически я ее сполна отдаю окружающему миру и людям, которые меня окружают в этом мире. Это моя цель, это мое средство, это мои средства любые. И это мое счастье. Так что спасибо вам всем, кто приходил, приходит. И, надеюсь, будет приходить, пока у нас есть взаимное желание властвовать друг над другом. Ведь вы та же самая власть, а я просто практически слуга в жизни. А на сцене меняемся ролями. И этот круг в который раз вернет тебя домой. Мой, 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 ты только мой. Мой, 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 ты только мой. Мой, 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 ты только мой. Ирамир, как ты прочитал стихи? Очень хорошо. Даже Максим в восторге. Он мне дал сладости. Дал рюкзак со сладостями и медаль в студию. Отлично. Ты доволен? Да. Молодец. Спасибо. Ты лучше всех у нас. Все, давай. Не могут увидать, когда я отказываю стихи Максима здесь. Он просто